Убитому во время революции достоинства белорусу Михаилу Жизневскому президент Украины посмертно присвоил звание Героя Украины. Сегодня Петр Порошенко встретился с родителями погибшего парня и вручил им звезду Героя. Михаил Жизневский стал первым иностранцем, который удостоился наивысшей госнаграды. Напомню, Жизневский был убит 22 января 2014-го. На улице Грушевского его застрелил снайпер. Своє життя поклав за свободу. Для нас Михайло не є іноземець. Для нас Михайло є українцем в душі. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні до славної когорти українців, які носять високе звання Героя України, приєднався ваш син.